принципе, ночь светлая. Мавр, тебя не наблюдаю. Ну, я двигаюсь к полосе. Ну, пытаюсь двинуться к полосе. Стрелых огней не хватает. Угу. И оно взлетки. Так, да, я чё-то немножко застрял. Так ты самолет, тебе в другой канал. Мы вертолетчики. Чё? Я вертолетчик. Третий. Да я просто. А, все, нормально, все. Я тягу молодой. Давай. Хорошо сработано. 37. Надо минимальный этот интерфейс. Отрыв. Хорошо, идем. Красненькие горят. Аналогично. Че, минимальный интерфейс. А я вообще интерфейс отключил. Так, иду на взлет. Записываю, мне не обязательно, но он мне мешает прям. Я не могу на него не смотреть. Я чуть ниже тебя. Право, сзади. Принято. Я немного левее даю. Угу. Да, все-таки ночью, конечно, заметно хуже. Видно. ПНВ, если врубить, вообще жопа. Без ПНВ лучше видно. Ну, я на минимальных, мне вообще все равно. Шатак не видно, шатак не видно. Короче, вот эти вот две реки буквы В, вот ориентир между ними, это, ну, ущелье. Ровно на север, и река буквы В, как бы. И ущелье между ними, вот это вот цель. Мавр, у тебя машина отрывается от меня, я вообще не могу. Я сбавил РШГ 80. Не, пытаюсь набрать твою высоту. Воздух, внимание, воздух, у нас работа идет по нашей базе, работает в СЗО, не наблюдаем пусков. Попробуйте отследить сверху. По альтиметру. Воздух принял, воздух еще летит. Следуйте за мной. Далеко еще. 14 километров. Слушай, я думаю, в принципе, такой высоты будет достаточно. Ну еще метров 150, может быть, выше, и все. Как считаешь?
Ну, я сейчас примерно на уровне городу. Тебе это кажется? Ну, я сейчас в прицел смотрю. Ну, наверное, нормально, учитывая, что будем работать по горам, то мы же особо приближаться не будем. Так, я тебя догнал на твоей высоте. Ой-ой-ой-ой-ой. Во фронт вылез. Право. Слушай, по-моему, там уже бой. Ну да. Я вижу... Хер его знать, кто по кому стреляет. Но вижу трассер. Где-то там что-то в городе горит, и туда кто-то долбит. Угу. Бабах, что-то взорвалось. Ну, говорят, там все перекручено. О, с горы. А, это там же наш вроде должен быть, гори. Вообще хер понять, кто куда стреляет. О, вот это вот зенитка наверняка вражеская, слева на горе. Да, вижу. Давай я с севера попробую. Давай, я туда иду, пробую ПТРом. Да, давай. Пока большая дистанция. Запроси наземку. Я сейчас врублю этот ночник. Ух. Ты подлети поближе. А, воздух, посмотрите, откуда работает по нам этот самый РСЗОшка? Воздух, РСЗОшка, не наблюдаю. Мавр, помни, больше 330 не разгоняй машину, она потом становится неуправляемой. Понял, принял. Не разваливаться начнет. А вы где? Подходим, ну, уже возле этой. Мавр, запроси это или указание. Воздух на земке, нам бы цель указания, мы готовы работать. Тут работать уже. А, к сожалению, не наблюдаем, откуда ведется огонь. А, просим вас, возможно, по огненным сполохам определить работу РСЗО. Не могут определить, просят найти им РСЗО. А, вижу зенитку, отрабатываю. Давай. Готово. Это вот на противоположной стороне. Там сейчас горит на слева от дороги, как бы. Угу, да, да, да. А там еще кто-то есть? А нет? Хер его знать, здесь непонятно. А сейчас я посмотрю. Мавр, там раз, два, три, три цели наблюдаю. Поворачиваю близко, пошел. Так, зенитки это, собственно, враги, да, сейчас работают? Да, вот. Там еще есть зенитки. Буду долбить туда. Отхожу. Земля, пулеметный огонь сейчас, по кому ведется? А, пулеметный огонь, там наблюдается повышенная стрельба по вертолетам. А отработай туда бомбами, закидает все к чертовой матери. Понятно. Вертолет осторожно, работай по огням, работай. Там три огня, прям туда и вешай.
Понял. Вертолет, осторожно, работает балалайка. Мавр, ты подо мной, да? Огни пускаешь. Ну, ЛТЦ я отстреливаю. Угу. У тебя там контакт? Ну, на всякий пожарный приблизился, вдруг сейчас в задницу что-нибудь прилетит. Работай по центральному огню, поработай по центральному огню, туда все зацепится, твою мать, живых не было. Понял. Так, ухожу. Я пустой. Понял. Давай, давай. Северного блокпоста долбит. Сейчас попробую. Туда же долбануть. Я что-то не понял. Так, я вроде боезапас потратил, а он у меня все равно полный показан. Кстати, да. Не. Что здесь еще раз зайти на цель? Я просто поясню, у меня опять все ракеты есть. Да и... у меня вот тоже. И они действительно, вот в чем беда. Странно. Недолет. Я сколько? Второй заход хотите? Будет? Три пуска тура сделал, значит у меня один еще. Второй заход будет. Они через время поменяются, вот чем. Кидайте по центральному огню, по центральному огню кидайте. Скидывай полностью весь БК. По мне прилет идет. Только что было попадание. Так, кого-то из вас лучше. Бомбой. Принял тебя. Поддерживаем огнем. А, вижу. Да, там есть противодействие. Ладно, и что делать в данной ситуации? Не отходить на базу и. Видимо, придется запоминать, что? Сколько ты потратил. Хорошо, в таком случае я вас жду. Да. Мавр, а есть у них целеуказание уже какое-то, ну, или нет? Мы им сейчас дали целеуказание. Кто меня облучает? Там шилка есть вроде. Ну плюс самолеты могут быть. О, вот, смотри, долбят. В этот, в кишлак. Видишь? Да, видишь? Я видел, я его тура пытался попасть, не попал. Давай сейчас попробую. Я, по идее, туда. 4 тура потратил, хоть они мне волшебно вернулись. У меня такое ощущение, что меня кто-то обстреливает. Это я другой вертолет слышу. Ну, едет рядом где-то. А, внимание, воздух, внимание, воздух. Наблюдаю ракет, работу РСЗО. А, по горе сейчас работают трассерами. Ну, поскольку команд не было, я решил подождать вас. Трассерами БМПшка даст направление. Я хер знает, сколько у меня нар осталось, учитывая, что он волшебно помнит. Только что видели взрыв на Белой горе от попадания чего-то. Это РСЗО, что нет, наблюдай, трассера идут, набирают по горе, там же находится РСЗО. Слушай, мам, наблюдаю трассера по горе. Я столько отстрелял, сейчас я еще один... У тоже заход на армию заход на из... Да, из ГШ 32 и все, и тоже на точку. Буду возвращаться. Делаю заход.
Она прям на вершине самой, на красной почти стоит, я ее вижу. Бомбы сбросил. Недолет. Дай целеуказание. Ну, наведи. С ЕКБ работаю. Блин, он не долетит, слишком большая дистанция. Да, она не долетает. Не-не-не-не, не долетает. Выжившие есть? Выжившие есть. Так, как там у нас это? Воздух на земке, я бы туры потратил. Мы можем только на армии попробовать достать его сейчас. На вершине правее выносного моста. Попробуйте по горе тут на армии отработать, потому что не можем попасть. Не позволяет взрывное орудие. Мавр. Смотри, туда работаю. Я не вижу. Нет, гораздо левее. Левее дороги. Будьте осторожны в районе. На вершине. Смотри, на армии сейчас дам. Горят техника, там работать поможет. Наземка у нас потеря, один МиГ-21 отбился при посадке, пилот жив, самолет не взорвался. Принял тебя. Ага, понял. Работаю туда. Воу, по мне. Работа. Наблюдаю огонь по вертушке. Да, Мавро, ухожу. Ты должен на земке что-то. Воздух сваливает, боезапасы за расходу. Принял тебя. Балалайки обнаружили расположение Катюши, делаем на нее разворот. Ну неплохо так. Четверка мимо пролетела. Да, это я. Дело в том, что я немного забыл, где у нас аэродром. Можешь провести? Аэродром же это огромное белое пятно. Длинное. Мавр, буду заходить против взлета. Так. Отставить, я прям на площадку буду залетать. Блядь, извиняюсь, шасси я не забыл убрать. А у тебя слева снизу индикация должна быть. Световая. Да, должна быть, но я ее не видел. Не обратил внимания просто. Ну, теперь обращай. Я просто не показал Селева, как раз кто там идет, Мавр, по-моему, передо мной. Посмотри, у тебя шасси убрано. Я только что выпустил его. У меня индикация говорит, что он не выпущен. Это же что я вспомнил. Это тут индикация. Кроме того, у меня нет вида третьего лица. Нет, так чисто индикаторами, что же. Нам, наверное, вдоль садиться. Ты просто помнишь. Ну, вдоль взлета, как бы там же это. Как раз так проще найти, скажем так, где-то заправляться. При посадке справа. А я прям на площадку буду. Вдоль взлета справа будет. Ну, при посадке. Да, вот как на север ты взлетаешь, там должны быть ангары. Там площадка вертолетная и это и ангары стояночные. Да, я вот туда буду прямо сейчас залетать.
А, Мавр, у тебя сколько еще? Ну, я сейчас на замедление, поэтому я сейчас снижать буду. Не, я просто тебя случайно не понимаю. Наземка у балалайк, закончились бомбы, они возвращаются. Там как раз скопление техники есть. Эти полукруглые ангары. Я вот туда вот. Ой-ой-ой. Главное вихревой не поймать. А то я сегодня проверил, она работает. Вихревое кольцо винта, когда слишком резко тягу снизишь, у тебя вертолет попадает в собственный воздушный поток, и от этого начинает резко высоту терять. Да-да-да. Еще вихревое кольцо хвостового, это когда воздух, разряженный от основного винта, попадает в задний винт и перестает, в общем, работать как стабилизирующий, тебя начинает вертеть. Из этого, кстати, почти невозможно выйти в реальности. Оно, как правило, на посадке еще и бывает. Ну, основное это, если медленно летишь, резко РШГ опускаешь и сразу... И уже отсюда, можешь и не выйти, короче, у тебя вертолет начнет резко снижаться. И ты там хоть что делаешь с РШГ, все равно разобьешься. Для этого нужно вперед наклонить вертолет и начать лететь. Тогда пропадет. То есть нужно выйти из своего же собственного потока. На посадке. Ну, я кружок делаю. Вертолетчики на полосе свободно. Вертолетчики заходят на посадку, но у нас еще много. Короче, первый пойду. На земле. Это очень интересно, что у меня уже полный боекомплект давно. Тогда я же говорю, что буквально 30 секунд, и он по новой пополняет. Я буквально отстрелил две ракеты, доложил о происшествии, и через еще секунды он пополнил. Ну, Мавр, мы главное, что играем честно. Остальное. Мы отстрелялись, сколько знали, и это, пошли на базу. Угу. Ну, теперь знаем, что надо считать просто. Угу. Так, я у тебя слева зайду, как бы. Имею в виду. Могу в прицел влезть. Осторожнее. Подожди. Я не могу сделать подожди, потому что у меня это. Маневр. Я понял, да, просто. Так, я сел. Все, что черная полоса сажусь. Все. Касание. Бы этот не открывался бы. Было бы вообще замечательно. Так, ну я на перезарядке. Ну, 5 минут стоим на перезарядке, как это обычно бывало всегда во всех этих ивентах. Чтоб все честно было. Так, то есть мне сейчас направо, да? Пока на надпись не будет, это вы можете покинуть безопасно, что-то такое там. Да. Мне опять как-то. Я закрываю. Но все равно раздражает. Не, он автоматический. Так, Мавр, я отошел буквально на. Скажешь, как там с полосы уйдешь? Не ты. А я уже на стоянку стою. Вертолет, полоса свободна? На посадку заходить можно? Нет, успеешь идти. Вертушки сели, можете садиться. Сейчас, ага. Повторите. Вертолеты сели, можете садиться.
Рывается, я не могу понять, что вы говорите. Вертолеты с самолетом. Вертолеты сели, можете садиться. Понял, захожу на посадку. Все, я спался, в принципе, ушел.